Тендерная жена. Так стоят уже 14 дней российские и армянские машины. Ни воды, ничего нет у них. И не пускают. 26 километров. Объездная Тбилиси. Седьмой день стоим без движения. Впереди, говорят, там около 500 машин впереди нас. Никакого движения нету. Люди стоят впереди вот там на подъеме уже 12-13 сутки. Вообще без движения. За все это время в грузинской терминале прошло 1400 машин. А здесь движения нету. Вот проехали две машины. Грузинские номера. Вот сейчас выйдет полицай, посмотрит якобы что-то там, какой-то документ, и ребята поедут дальше на Россию. Вот посмотрел, все, ребята, счастливо. Вот еще едут. Куда едут? Зачем едут? Ну вот российские номера, пожалуйста.